не все поняла, но скажу, тоже поняла, что для меня большая честь сегодня с вами, к вам сегодня обращаться, поскольку друг или брат является послом Москвы, и я поэтому с ним обменюсь информацией, знаю кое-что о России. So I have to explain to you what is a biomedical magnetic field and how it works on the device. Я хочу вам немножко пояснить, что такое это биомагнитное поле и как оно работает применимо к нашим аппаратам. First, you have to know that a magnetic field is an electric current of intensity I in the dial you can see traveling while creating a magnetic field B around this one. So you have the current and the magnetic field around. Ну, прежде всего, как мы в презентациях видели, что такое биомагнитное поле, как оно создается? Когда электрический ток проходит через металлический провод, и вокруг этого провода создается поле магнитное. Normally, the unit we use to quantify this biomagnetic field is a Tesla. It can be also the Gauss. Единица измерения для геомагнитного поля, как правило, пользуемся единицей измерения Тесла, но также есть еще и другая версия, это Гаусс. Некоторые исследователи предпочитают Гаусс. You have to know that we have a ground magnetic field on the Earth about 0.5 Gauss. И что касается магнитного поля Земли, то оно составляет 0.5 Гаусса.